Стелла Мешкова внимательно следит за игрой. Президент футбольного клуба «Ликино» не привыкла к проигрышу. Вот и в этот раз перевес на стороне спортсменов жаворонковского поселения. Они явные фавориты турнира. Наша команда существует достаточно давно. Основатель нашей команды является мой отец, Мешков Игорь. Мы летнее первенство выиграли. И кубок, и само первенство, сам чемпионат. И в 2016 тоже мы выиграли. И вот сейчас мы тоже выиграли. В общем, мы побеждаем всегда. Любительская футбольная лига – это особый мир. Кто-то из ребят в детстве мечтал о профессиональном спорте, но по ряду объективных причин выбрал другую дорогу. Однако это не помешало продолжать играть и добиваться успехов в этом виде спорта. С 11 лет в футболе и вот. Поэтому не стали профессионалами, но хоть как-то вот поддерживаем. В мини-футболе есть свои особенности. Здесь не получится передохнуть или, как говорится, отсидеть в сторонке. Игра динамичная и требует от команд отличной физической подготовки и выносливости. Мини-футбол достаточно серьезно отличается от футбола, потому что вот в минике это скорость принятия решения, это постоянные рывки. Не разбежишься, нужно все играть на коротке. То есть стратегия, тактика совсем разная, чем в футболе. Удача в этот вечер была на стороне Одинцова. Футболисты в сухую разгромили сборную Горок Вторых. 6-0 – итог встречи. Кубок по мини-футболу среди мужских команд и команд ветеранов продолжается. Заявку можно подать в Федерацию Одинцовского района до 22 февраля. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».